21 год, рост 140 сантиметров. Свободное от работы редактора время Ира успевает участвовать в робинзонадах, заниматься в театральной студии и даже крестиком вышивать. Сегодня мы провели нашу непоседу в лабораторию красоты за новой прической и макияжем. Образу Ирины мы решили придать легкости и воздушности. Для этого выполнили окрашивание с эффектом выгоревших волос и градуированную стрижку. Наша сегодняшняя героиня очень общительная и приятная девушка, но у нее волевой характер, который мы решили скрыть за милым нежным макияжем. Использовали перламутровые оттенки, подчеркнули уголки глаз и сделали скуловую коррекцию. Ирине было привычно выбирать для себя платье, в принципе, наверное, любой длины, чуть выше колена или по колено, но она сказала, что длина юбки миди и длина юбки макси для нее что-то новое. Свежим решением для нее были также пальто и блузки, которые можно сочетать как с юбками, так и с брюками. Волосы я красила очень редко и давно. И сейчас, как мне сделали покрас, мне очень понравилось. Ирине важно помнить, что украшения у нее должны быть укороченные, то есть это нитка бус либо с одной подвеской, либо с несколькими элементами, например, шариками. Еще нашей героине можно подбирать себе шарфики, которые также должны быть укороченными, то есть заматываем их вокруг шеи несколько раз, и концы должны оставаться до линии груди. Не обязательно стязать себя шпильками, можно носить высокий каблук более устойчивый, а также с платформой. А для осени выбираем ботильоны и укороченные сапоги. Открыла для себя новые цвета, к которым относилась раньше с осторожностью. Теперь буду обязательно использовать в своем гардеробе. Красный, серый, голубой. Еще новое для меня это было сочетание, что это футболки и юбки. Раньше никогда не пробовала и даже не думала, что это вообще можно. Цветочки растут медленнее сорняков, говорит Ира. А мы надеемся, что нам удалось взрастить в ней желание экспериментировать с аксессуарами и новыми силуэтами. Если ты тоже хочешь новых идей для своего имиджа, наш альбом «Большие перемены» уже ждет твои фотозаявки.